«Шляпный дом». Первый магазин головных уборов, где выбор радует. «Шляпный дом», улица Ленина, 110. Кажется, пора покупать тебе новую шубу. И дочке. Зимушку. Торговая сеть «Зимушка». Самое теплое время года. Здравствуй, дорогой читинец! Ты смотришь «Погоду знай» на канале ТНТ Чита. Вам не терпится порадовать себя новым головным убором? Посетите «Шляпный дом». А в магазинах «Зимушка» поступление норковых шуб из аукционного меха, а также дубленок и мутона. И теперь о погоде во вторник, 5 ноября. Переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный слабый, ночная температура воздуха 9-11 градусов ниже 0, днем плюс 2, плюс 4. Атмосферное давление достигнет отметки 709 миллиметров ртутного столба, а в течение суток будет слабо расти. Смотри «Погоду знай» на канале ТНТ Чита и будь в курсе всех погодных изменений. А с тобой была Алиса, дежурная по рубрике. Пока-пока! Концепт-клаб. Актуальная одежда для девушек. На Амурской, 84.